общем, проще всего пользоваться здесь Uber в Малайзии. Это выгодно, дешево, и машина приезжает вовремя. Главное, самим приходить вовремя, тогда проблем никаких не будет. Олег говорит, это пауэрбанк для машины. Ой, машина трясет, все, конечно, ходуном ходит. Остановитесь, пожалуйста, на секундочку. Уже сразу с пассажирами. Отойди, пожалуйста. Идем смотреть, да? Да. Фабрика Мася. Да ладно. Это рай для всех. Рай для всех. И пиво, и автобус. Ты посмотри, какой Эрик мой. Смотри. Ага, я не достаю. Не достаешь? Я боюсь. Он волосатый внутри. Стрёмно, да? Я боюсь. Там просто еще когда заглядываешь туда, прям фонарик, глаза светит. Да. Смотрите, какая красота. Сфоткать? Увидели какой-то торговый центр, зашли в него. И здесь вот такая крутая детская площадка. Эрик сейчас будет кататься на машине. Фудкорт здесь выглядит вот так. А какие тут запахи? Угу. Мы идем на шведский стол. А ты вот здесь хочешь? А, ну круто. Да, можно как бы взять просто. Что там? Утка по-бекински. Да. Ага. 320 бат. Вы посмотрите, сколько здесь всего. О, боже. Вот это самое опасное. Так, овощи можно покушать, картошка. Да, покушать-то можно, мне кажется, здесь почти все. Потому что перец вот здесь есть, еще там где-то, но немного, не такое же все и острое. Какой-то суп, вот Эрику можно суп какой-то. А это что? Еще какой-то бульон. Баночный Гиннес. Это первое, что нас удивило. Стоит безумно денег, но я не смог удержаться. Это яйцо, соответственно. Это кусочек крыла курицы. Кляри. Да, это... Мясо. Свинина. Да. Это цветная капуста. Зеленая и белая. Это грибочки. Грибы нашел? Да. А, точно, блин. Грибы, кетчуп, рис, соответственно. И я взял соус из картошки с мясом. Вот. Это вкусно будет. Ну, тебя, я не знаю, что это такое даже, да? А я навалила всего вообще, по чуть-чуть. Я решила даже рискнуть и это попробовать. Я не знаю. Я понятия не Похоже имею, что это. Похоже на креветки, но сладкие соусы. Поэтому, да, может быть, дорого. Это такие креветки, в таком соусе креветки, такие в кляре. Да, у меня получилось 20 рингит, у Эрика 10. Чуть-чуть мне не баранина. Давай кусочку. Это что такое? Это в кляре тоже. Да. Креветки. А может, не креветки, мясо какое-то. Какое-то мясо, да. Это кусочек крыла, да? Это что такое? Фарш. А это что? Картошка. Картошка? Да. Давай пробовать, короче, картошку тоже попробуем. Офигенно. Картошка супер. А это что такое, тофу? Вообще понятия не имею. Тофу. Это яйцо. Ну, такое вкусное. Безумно вкусное. Обалдеть, реально яйцо. Так, и креветку нам попробуем. Это что такое? Где ты взял такой соус? Майонез. Это креветочный? Блин, чудесно. Туда греть бы еще, но окей. Рис горячий. В
Мы приехали домой, поспали, отдохнули. И сейчас... Хорошо так поспали, так сладко. Угу. Прям поели, наелись и так хорошо отдохнули. Как только встали на ноги, решили поехать в торговый центр. Обратно. Да, торговый центр Times Square. Бесплатная детская площадка – это аргумент. Да. Днем дорога туда составила нам 3 рингита. Забыла название валюты. 3 рингита. А сейчас в 2 раза дороже. 6-8. Дорога – это нам. Эрик уже который день поет песню «С днем рождения тебя». Че это с тобой? Я не знаю. Ну, Жан Квантан, смотри. А, блин, армянин, с которым я работал. Помнишь, электрик? Джонни. Да. Жан Квантан. Эрик тоже скоро. Со своей детьми. Эрик, пойдем. Эрик, ой, а Эрик, Олег пищит. The Beer Factory. Открыто. Сколько здесь стоит пиво и какое оно? Давайте посмотрим. Но сейчас начнется сильный-сильный дождь. Прям гром такой. Сколько стоит пиво? Вот, beer bottles. Bottles. Bottles, bottles. 5 пинт стоит 85 рингит. Башня. Это еще Happy Hour. Тайгер 18. Это до 9.95. Белый 20, Гиннес 22, Гиннес Брайт 20. Пинта. И это, да? Блин, я выпью пинту, мать, я тебе говорю. Я не сомневаюсь в тебе ни разу вообще. Я решила попробовать японскую еду. Там получилось это терпимо, не так уж и дорого. Ну, не суши, а там одно блюдо суп. То, что я так смотрю, очень много мест, где, знаете, так, 15 рингит, 20 рингит. Одно какое-то блюдо вообще ни о чем. Олег заказал, ну, какой-то такой за 10. Рис с курицей. А я вот это чикен катсудон. А, Олег заказал рис, эти, как они, стручки. Забыла, соевые. Еще с чем они тут? С орехом. С орехом? Орех и лук. Ага. А рядышком, значит, это курица. Филиное куре. Куриное филе. Такое нежное-нежное прям. И кинза. На дне вот так вот был уложен огурец свежий под курицей. А сверху была зелень. И так вкусно оказалось. Неожиданно. И залито соевым соусом. А это соус вот этот, а это вкусный, острый? Бульон. Ага, а вот этот это соус? Это как аджика, только умноженный на нацить. Ага, понятно. Ладно, пошла за своим блюдом. Сейчас солнышко. Еще здесь оказалась такая же система, как в Tesco Lotus, но и в других там всяких сетевых магазинах с фудкортами. Вот так покупаешь эту карточку, да, на нее кладешь деньги, расплачиваешься ей в различных магазинах. И все, потом ее сдаешь. А остаток денег себе забираешь. В итоге очень огромное блюдо. Как бы так показать. Во. Вот такого размера. Значит, здесь бульон. Это я забрала Олега аджику и соевый соус. А здесь яйцо, лук, курица в кляре, рис. И безумно сладком вкусном соусе. У меня тут 2 ложки, я просто еще не определилась, какой будет удобнее кушать, европейской или с азиатской. Ну и вилка. Олег сходил в магазин, как там так называется, гамма. Ну, короче, смотрите, вот обыкновенный полиэтиленовый пакет вроде бы, да? Килограмм печенья, да. Ну, печенье Олег купил там и фанту. Короче, оно закрывается. Вот. Да что ж такое, все липнет. Одной рукой это неудобно. Вот так. И тип не откроется. Я еще такого не видела.